14 июня всем знакам зодиака особенно важно уделить время близким, семье и любимому человеку. Овны, вас ждет день напряженный, загруженный, когда придется проявлять свои лучшие деловые качества. Однако такая продуктивная работа поможет вам подняться на новый профессиональный уровень и получить повышение. Обязательно делайте перерывы, переключайте внимание, чтобы немного расслабиться. Тельцы. Звезды советуют вам не зацикливаться на какой-то одной идее или задаче, а продвигаться вперед, ставить новые цели. Позже можно вернуться к отложенным делам и взглянуть на них под другим углом. Уделяйте внимание деталям, не упускайте из виду мелочи. От них многое зависит. Близнецы. Как бы вам ни хотелось, приятные дела лучше отложить на вечер и заняться сложными первостепенными вопросами. 14 июня разберитесь с тем, что вы постоянно откладываете, чтобы оно вас больше не отвлекало от новых проектов и планов. Не отмахивайтесь от мелких дел, они важны для конечного результата. Раки, последние дни были для вас напряженными, поэтому можно позволить себе немного расслабиться и заняться легкой, необременительной работой. Если все же необходимо решить сложные задачи, звезды обещают успех в делах и удовлетворение от полученных результатов. Львы, посвятите свой новый день рутинным вопросам. Закончите мелкие ежедневные дела, которые скопились на вашем столе. Родные нуждаются в вашем участии и поддержке. Выделите время на общение с ними и решение общих проблем. Будьте внимательны к происходящему, не упускайте детали. Девы, чем бы вы ни занимались, ваши действия будут иметь последствия. Будьте осторожны в принятии решений, обдумывайте свои шаги. Не рассчитывайте на помощь окружающих, вам придется работать самостоятельно. Вторая половина дня для вас более продуктивна. Весы. Не стоит делиться своими планами или ожиданиями с окружающими. Держите их при себе. Больше времени посвятите своим личным отношениям. Поддержите своего любимого человека, поделитесь переживаниями. Возможно, придется заниматься сложными вопросами дольше, чем вы рассчитывали. Скорпионы. Ваши действия отразятся на будущей работе, поэтому не давайте необдуманных ответов и внимательно относитесь ко всему, чем вы занимаетесь. Вам полезно работать спокойно, размеренно, без спешки. В сложные моменты можно обратиться за помощью к друзьям. Стрельцы, готовьтесь к сложному, загруженному дню. Отдыхать будет некогда. Также звезды предупреждают о возможных бытовых проблемах и неприятностях. Расслабиться можно будет только вечером. Купите себе что-нибудь приятное в награду за сложный день и приготовьте вкусный ужин. Козероги. Чтобы ваш план на день успешно реализовался, нужно быть внимательными к мелким деталям. От них во многом зависит успех вашего предприятия. Интуиция убережет от ошибок и неверных решений. Почаще к ней прислушивайтесь. Больше времени уделите перспективным финансовым выгодным делам. Водолеи. Звезды советуют вам составить пошаговый план действий и следовать ему в течение всего дня. Так вы ничего не упустите и вам не придется работать в авральном режиме. С осторожностью принимайте решения, исключите риски или эксперименты. Сейчас для них неподходящее время. Рыбы, вам не стоит планировать новый день. Обстоятельства быстро меняются, и вам придется интуитивно действовать в новых условиях. Продвигайтесь в работе мелкими шагами, прислушивайтесь к советам и будьте внимательны. Индивидуальная работа будет более эффективной и подарит вам полезный опыт. 14 июня всем знакам зодиака благоприятно возвращать долги, но следует отказаться от финансовых операций и денежных покупок. Звезды знают, что говорят.